Тоже не можете выбрать. И я не могу. Так нервничаю. Надо подуть пузыри. Ня-ня-ня. Конничива, она Арина. Всем привет! С вами Ариша. И это долгожданное, самое долгожданное в этом году видео на моем канале. Не расслышали? Поппин Кукин! Надо прибавить громкость, да? Итак, сегодня... сегодня осталось только два набора. Выбирать очень сложно. И вы в курсе, что это предпоследний выпуск Поппин Кукин? Да шучу! Мы еще купим! И у нас остался набор с мороженками и с гамбургерами. И сейчас мы рандомным образом выберем, какой же набор мы сегодня будем готовить. Поехали. Крути барабан. Случайно. Крути барабан. Я его хотела. Это набор с гамбургерами. С гамбургерами. С гамбургерами. С гамбургерами. Да как это говорить? С гамбургерами. С гамбургерами. Это набор с гамбургерами. Это набор с гамбургерами. И тут еще маленькая картошечка фри. Я соскучилась по вам. Этот набор. До свидания. Открываем. Усю, пусеньки мои. Так, в наличии у нас синий пакетик. Коричневый пакетик, красный пакетик, желтый пакетик, розовый пакетик, оранжевый пакетик, стаканчик, ложечка, ножик, новинка и наши коробочки. Есть одна звездочка. Разрезаем. Мы все красивенько разложили. И сейчас будем готовить первое. Это тесточка. Нам нужен какой-то пакетик. Я не знаю какой. Тут даже не написано. Первым делом мы будем готовить картошку фри. Мы ее сюда высыпаем. Две ложечки. Ровненько. Так, теперь мы мешаем нашей ложечкой. Понюхайте. Пахнет ровно картошкой фри. А не криво. Мы облажались. Мы не насыпали не тот порошок. В общем, мы насыпали вот этот. И надо было насыпать вот этот. Ну, собственно... Ясненько. Приятного аппетита всем, кто ест. Попытка номер два. Мы насыпаем желтенький порошочек. Как грустненько. Вот при монтаже же мы его накладываем музычку на видео. Начинается так весело. Весело. А вот представьте, вот при съемке видео видеоблогеры снимают в полной тишине. Вот при такой тишине мы снимаем. Две ложечки водички. Теперь мы притупливаем пальчиками нашу картофлянду, чтобы она приобрела форму. Вот. Теперь нам
понадобится микроволновая печь. Итак, в нашей студии микроволновая печь. Поехали. Нам нужно поставить на 30 секунд. Качаюсь так. Так. Жужжит. Жар, видимо, она готова. Итак, мы приготовили нашу картофляндию. И мы ее режем ножичком. Вот так. Вот это нам понадобится. Цау! Мы вырезали нашу упаковочку. Вот наша картошечка. Они вот так вот кого-то делают. Далее коричневый полосок перемешаем. Теперь притупливаем две булочки. Объясни людям, откуда у тебя булки. Если вы смотрите не сначала, я не виновата. Это булки, которые мы перемешали заранее в самом начале видео. Голяшка, булка и булка. Пап! Итак, снова в студии. Микроволновая печь. Включаем микроволновку, не включаем еще, потому что не поставили. На 30 секунд. Смотрите, идеально. Итак, мы высыпаем синенький порошочек и заливаем одну водичку. Вот и наш песочек зажелтел. Он превращается в сыр. Мы сделали наш сырочек. Теперь нам надо распределить его по всей поверхности этой синенькой штучки. Мы по краям вырезаем наш сырок. Сколько ультразвуков вы услышали за это видео? Напишите в комментариях. Бедный сыр. Мы готовы. Ладно, сейчас будем делать кетчуп. Выливаем. Высыпаем. Дура! И теперь нам нужно разрезать. Разрезаем аккуратненько. Гораздо легче, чем я думала. Итак, делаем наш чизбургер. О, немножко соуса. Та-та-та-да! Может, он не такой идеальный, но он миленький. Нет идеальных в мире людей. Особенно чизбургеров. И самое главное, это газировка, которую мы сейчас будем делать. Надо залить так, чтобы было 1 сантиметр. Шипучка! Мы сделали это! Мы создали собственные
маленькие фастфудики. Итак, сейчас будет все красивенько. На счет три. Раз, два, три. Пробуем. Чизбургеры. Да! Впервые. Не так уж и плохо. Не, правда круто. Второй. Хрустящая булочка. Супер, реально. Вкуснее, чем 100. Либо было в прошлом. А знаете, картошка, которая остыла. Вот, видите. Ой, прости, Даша, я все выпила. Она слаще, чем кола. Совершенно другой вкус. Но все равно вкусненько. Когда же мы попробуем десерт? Это вы узнаете в следующем выпуске с мороженками через полгода. Шучу. Постараемся пораньше. Спасибо всем огромное за просмотр. Спасибо за лайк, если ты уже его поставил. Пишите комментарии внизу, понравился ли вам этот выпуск и хотите ли вы еще вместе с этим набором. О да, он ждет вас, детки. И ставьте лайки за новый фон. Пишите комментарии, нравится ли вам он. Йоу-ху-ху-ху. Аригато. До зени. Комментарий вверх, подписывайтесь на мои лайки и пишите на канал внизу.